Всем привет! Сегодня я соберу очень полезное устройство для своего пользования. Особенно сегодняшнее приспособление актуально в летний период. И если же вам интересно, что же сегодня получится, то давайте продолжим просмотр. Ну а первое, что нам понадобится, это корпус с крыльчаткой от насоса старой стиральной машинки. И его нам нужно будет разобрать и чуть-чуть переделать. Из хвостовика сломанного сверла по бетону сделаем новый вал для крыльчатки. Теперь из хвостовика сверла мне в точности нужно будет повторить родной вал, только он будет подлиннее. Не слишком легко было сверлить отверстие в хвостовике от сверла, но у меня получилось. Теперь можем установить получившийся вал в крыльчатку. Нашел у себя в гараже резиновый конус. Изготовим из него сальник. Вот такой вот сальник у нас получился. Теперь его установим, предварительно набив в углубление литола или солидола. Сальник установился очень плотно, и сверху я зафиксировал его к корпусу суперклеем. Тем самым мы усовершенствовали конструкцию намного лучше, чем было до этого. И нет никаких люфтов, как было ранее. Ребят, ну а теперь переходим к следующему этапу. Соберем кое-какую конструкцию под переделанный насос. Сейчас все увидите. Получившейся конструкции сделаем ножки из стальной полосы. В намеченных областях просверлим отверстие диаметром 6 мм. Прикрутим получившиеся ножки к корпусу насоса. Прикрутил ножки и укрепил стальными полосами. Получилась конструкция как на лыжах. Ребят, таким образом у нас с вами получился водяной насос, который будет работать от электродрели. Я же им хочу в дальнейшем откачивать воду из детского бассейна и поливать огород. А сейчас мы с вами установим на него дрель и оттестируем.
Осталось подключить два шланга и пробуем. Друзья, отличная самоделка у нас сегодня получилась. Теперь мне есть чем откачивать грязную воду с детского бассейна и поливать огород. И я надеюсь, сегодняшняя самоделка понравилась вам. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, комментируем видео. А также не забываем смотреть мои предыдущие видеоролики и жать колокольчик под видео, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. А на сегодня у меня все. Всем пока!